Бедный Раскол, на нем лица нет от горя. Что значит потерять жену на старости лет? По мне, лучше самой умереть, чем близкого похоронить. Да. Теперь, кроме сына, у него никого не осталось. Да что это за сын? Даже на похороны матери не приехал, горсть земли на гроб не бросил. А может, он не мог? Может, был занят? Он, наверное, учится в городе. Занят, не занят, а мать в последний путь должен был проводить. Юля, вставай! Если у него есть совесть, то он в город больше не вернется. Со стариком останется. Его бы женить, никуда бы не уехал. И бедному Рыскулу было бы легче. Без женских рук в хозяйстве плохо. Это-то верно. Ребят, смотрите, озеро! Где? Ой, да какое большое! Ух ты! А по нему пароходы ходят? Конечно. Я сам в прошлый раз видел. Ты на каждые каникулы приезжаешь? Да. Дай сюда. А жалко, что это озеро боишься никогда не замерзает. Знаешь, как было бы здорово кататься на коньках. Ага. А почему оно не замерзает? Джанел, давай спросим у дяди. Ты спроси. Лучше ты. Нет, ты. Дядя, почему озеро не замерзает? Бекташ. Бекташ. Ребята тебя спрашивают, почему озеро не замерзает. Наверное, потому что вода в нем соленая. А, собственно, зачем ему замерзать. Руку. Ох, спасибо. Больному человеку лучше дома сидеть. Одно хорошо, прилетели быстро. Люблю каникулы. А вам на лето что-нибудь задали? Стихи выбрали, а нам ничего. Дайте людям пройти. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте, с приездом. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вот сына привез. Все летают, и мы полетели. Здравствуйте. Здравствуйте. Так что ты мне говорила? Ты не забудь купить мыло, новый бидон, ну еще сахар. Эй, ребята, на лошадях поедем. Скорее, скорее, ребята, а то погода портится. Я на этом. Нет, на этом я в прошлый раз ехала. Она уздечка запуталась. Вижу, у тебя сегодня так. Ой, мой хромает. А где колымина запуталась? Я кому сказал, погода портится? Вы что хотите, чтобы вас в горах буран застал? Ух, беда с этими ребятами. На перевале будьте осторожны, там могут быть оползни. И слушайтесь дедушку Рыскула. Да смотрите мне лошадей, не загоните. Хорошо, будем слушаться. Не загоним, не в первый раз. А я буду боюсь. Эй, Калык! Скажи отцу, что он строителям кумыс вовремя привозил. Хорошо. Ну, счастливо. Дедушка, стой! Через перевал нельзя. Это почему? Там обвалы. Поезжай через Чонтаж. Вот всего на час дольше, зато безопаснее. Ага. Вот построим дорогу, тогда валяй хоть до самой Москвы. Хорошо, ну, счастливо. Хорошо, до свидания. Чу, 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 чу. Чу, чу. Подтянись, ребята! Не отставай!
хочу. Здравствуй, здравствуй. Мама! Мама! Ой, сынок родной приехал наконец-то. Все глаза проглядела, пока тебя ждала. Хоть бы весточку о себе через кого-нибудь прислал. А что, твои братья и сестры не собираются сюда приехать? Пока нет. Как они там живут? Все здоровы? Да. Слава богу. Устал, небось, за зиму в школе. Отдохнешь. Да я не устал. Вырос-то как. Мама, а почему Беркут без колпачка? Он и так ничего не видит. Зачем ему колпачок? Постарели мы с ним, сынок. Подожди. Пусть все болезни и несчастья останутся за этим порогом. Плюнь. Не хочу. Плюнь! Фу. Ешь, сынок, твое любимое. Это вам невестка прислала. Еще мыло. Молодец. У нас как раз все мыло вышло. Для вас сфотографировались. Ну-ка, покажи. Ох ты, какой крикливый чертенок. Кто, Исентай? Ага. Бедненький, кто это его обидел? Какой хорошенький, вылитый отец. Нет. Он на мать похож, все так говорят. Глупости говорят. Первый ребенок всегда в отца. Мой ягненочек. Говорит уже? Говорит, только по-русски. Ишь, сорванец такой маленький, а уже по-русски говорит. Так он же в ясли ходит. Ну и что? А там все по-русски говорят. Дома могли бы его учить. А почему она постриглась? Модно. Из девки в мужика превратилась. Срам да и только. Так может, она и губы красит? Даже ногти. Какая бесстыдница. А в городе все женщины красятся. Фу, и куда только мужья смотрят. А ты чего смеешься? У твоего Асана нет никакого характера. Совсем свою бабу распустил. Где это видано? Ногти красит. Глаза у меня плохо видеть стали. Ну-ка, посмотри, это Сапар. Угу. Он в отпуск приезжал. Сапар гору умеет взрывать. Зароет в гору снаряд. Трах! О, Господи! Она и рассыпается. А где он их взрывает? На Токтагуле. Отец, на нашем перевале тоже взрывает. Бригадир сказал, чтобы ты им туда кумыс возил. И без него знаю. А сестры твои как живут? У них сейчас экзамены. А брат хочет приехать за вами и забрать вас в город, насовсем. Он говорит, что вы уже старые. А вы и правда старые? Может, мы и постарели. Налей мне еще немного. Да, с годами, сынок, не молодеют. А в городе нам делать нечего. Вожаку хорошо в своем табуне, на своем пастбище. Мы со старухой еще, слава богу, держимся. Лошади нас слушаются. Кумыс у нас есть. А что еще нам, старикам, надо? Пусть уж в городе дети живут. Айнаш, возьми мешки. Иди, Айнаш, иди, я сама все сделаю. Что это за дети? У других хоть один сын остается дома. А твои только о себе думают. Ну, опять завелась. Один гору взрывает, другой что-то строит.
оперились и улетели из гнезда, и родители им больше не нужны. Старик, ты дома? А, проходи, проходи. Я думал, ты уже в ночной ушел. Собираюсь. Нашел лошадь. А, городской приехал. Здравствуй, Калык. Ну, рассказывай, что нового в городе? Ты что молчишь, толкану объелся? Почему? Просто новостей нет. Я спрашиваю, лошадь нашел? Нашел. У строителей. Привыкла им кумыс возить, вот и забрела туда. Еле ее довел, хромает. Хромает? Надо смотреть. Завтра успею. Спасибо. Чуть сам не сдох, пока ее отыскал. На, ешь. Ну, мне пора. Мы тоже идем. Эй, старуха! Принеси седло. Проклятая поясница. Еще. Ну, давай. Сам не может прийти, боится, что ноги отсохнут. Куда он его задевал? А чего там? Долго я буду ждать? Ах, вот он. Иду, иду, не кричи. Держи за узду. Ну, тихо, тихо. Оставь узду открытый. Погода ясная. Пусть мальчик посмотрит на звезды. А. Чу-чу. Пошла. Держи. Держи. Так. Подтягивай, подтягивай. Ах ты. Передай мне. Так. Так. Это уже какая? Девятая. Ставь добро. Давай следующую. Держи, держи их! Заходи, заходи! Набрасывай, ну! Держи крепче. Так. Осторожней, осторожней. Так, так. Держи, держи крепче. Так, так. Привязывай. За хвост возьми, за хвост. Крепче держи. Туже, туже привязывай. Так. Давай, добро.
Где кумыш? Почему до сих пор лошадей не доила? Почему бурдюк пустой? Да будь я неловко в твои бурдюки! Я тебе покажу, как мужа не слушаться, дрянь паршивую! Они дерутся? Ничего, подерутся, помирятся. Посмотрим, какой ты будешь, когда женишься. Я не женюсь. Скажи, пожалуйста. Чего хнычешь? Чё? Эй, жених, повезем кумыс строителям. Девчонку себе украдешь. Сам кради. Видишь, какой. Айнаш, я к вечеру вернусь. Осторожно! Это ведь термос. Там внутри стекло. И чего только китайцы не придумают. Нальешь туда кипяток, и он до утра будет горячий. А строители один день и без кумыса обойдутся. На, отнеси матери. Дядя Лым, а зачем тебе два? Я теперь решил жить по-людски. Пить буду, есть буду и гулять буду. А построят дорогу, я подамся отсюда. Ты мыло привез? Не. Пусть твой отец лошадей пасет, если ему нравится. А мне это надоело. Всю жизнь только лошади да лошади. От такой жизни взбеситься можно. Чтоб вы все сдохли. Золотые годы в этой глуши пропадают. Дай! Алым пьяный, и мыло не привез. Чего смотришь? Оттащи же ребенка.
все еще ломит. Может, растереть? Ох, зачем тебе беспокоиться? Обвяжи шерстяным платком. Уже обвязала. Старуха. Старуха. Чего тебе? Что-то ты у меня стареть стала. А ты? Я еще ничего. Я еще могу жениться на молодой. А лысина куда денешь? Ах, лысина, про нее-то я и забыл. Я вот что думаю. А? Ну? Мы стареем, дети все в городе. У них свои заботы, им не до нас. Ничего, я поправлюсь, лишь бы они не болели. Я все-таки решил Калыка оставить здесь. Пусть хоть один будет с нами. А школа как же? Потом выучится. Ну, сколько мы еще с тобой протянем? Он мальчишка упрямый. Может, и не послушаться. Пусть только попробует. Я и спрашивать не буду. Лошади, что люди. Дай им волю, на голову сядут. Давно надо было его привязать. Так. Так. Сильный черт. Иди, иди. Кто это там на горе? А я почем знаю? Что им здесь нужно? Здравствуйте. Ассалам алейхум, тетушка. Салам, сынок. Кумыс не продашь, тетушка? Разве гостю продают? Я вас так угощу. Пошли. Ну, поднимай его. Поднимай. Не встает. Может, приболел. Налить еще. Хватит, спасибо. А ты когда-нибудь пил кумыс, а? Сам-то откуда? Он из Ленинграда приехал, там кумыса нет. А тебе места наши понравились? Уезжать не хочет. Правда, не хочу. Городские суда едут, а наши в город тянутся. А что вы там делали? Чего-то высматривали? Дорогу здесь будем строить и мост через реку. А большую дорогу? До самой границы, асфальтированную. На машинах будете разъезжать. Вот здорово. Я этих машин до смерти боюсь. А тебе, милый, сколько лет? Столько и столько? Он старый. Да 25 уже. У меня есть сыны, как ты уже, взрослые. Один тоже чего-то все строит. Здравствуйте. А другой на Токтагуле горы взрывает. Дай им бог здоровья. Оба грамотные. А вот идет хозяин пастбища Бакай, мой муж. Ассалам алейкум. Дорогие, а что, если вы будете строить дорогу в другом месте? Ведь вам все равно... Никак нельзя. Так! У нас проект такой. Скоро взрывать начнем. Взрывать? А с нами что будет? Мы ж тут живем. Наверное, начальство про нас забыло. Не болтай глупости, старуха. Много ты в этом понимаешь. Раз беспокоят, значит, помнят. Займись делом. Скоро думаете начать? Да примерно через неделю. Куда же вы перекочуете? Найдем место. Чего-чего земли хватает. Двигайтесь к западу, там вас не побеспокоят. Эй! Эй! Ты что? Зачем?
Зачем птицу трогаешь? Я вам кумыс вожу, а ты хочешь пастбище отобрать? А при чем тут я? Проект такой. Ты мне брось старые бары разводить. Почему здесь, а не там взывать надо? Это мое пастбище, я отсюда никуда не уйду. Ну, хватит, замолчи. При чем тут он? Надо с начальством говорить. Радио. Дядь Далы, ну работает на батареях? Не знаю. А тебе нравится? Хорошая штука. Плохое не купим. Мы тоже кое в чем разбираемся. Старое пастбище. Прости меня, если я в чем-нибудь перед тобой виноват. Господи, пошли нам счастье на новом месте. Благослови детей наших. Поехали, а то верблюдом стану. Хватит. Все взяли, ничего не забыли. Все, все. Калык, ты хорошо увязал. Пошли, ребенка. Успокой. Отец, возьмем Беркута с собой. А зачем он нам нужен? Пусти его по ветру, может, взлетит. Отец, не надо. Всю жизнь привязанный сидел. Пусть побудет на воле. Лети, друг. Hey!
Мама, сколько живут верблюды? Лет 40-50, наверное. А почему они все время жуют? От скуки? Кто их знает? А почему одни одногорбые, а другие двугорбые? Не знаю, сынок. Мама, мы еще долго будем кочевать? Пока не найдем хорошего пастбища. А если снег выпадет? Спустимся на зимовье. А как же школа? Ничего, подождет. Вон сын Атая тоже табунщик. Он всего 3 класса кончил, а уже в Москве побывал. Чего тебе в голову стрело? Попробуй только еще раз выстрелить! Thank you.
Не надо. Ну чего ты стесняешься, дурачок? Чё? Чё? Иди. Держи его. Ну и дождь. И когда он кончится? Собака-то ваша не кусается? Не кусается, заходите. А зачем же держать собаку, которая не кусается? Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Да будет к вам щедро новое пастбище. Алейкум ассалам, спасибо, садись. Ну что ж, не откажусь, погреюсь немного. Ты что это прогуливаешься в такую погоду? Телята у меня от стада отбились, вот ищу. Весь перевал обошел. Вы случайно не видали? А что делать твоим телятам в моем табуне? Налей чаю. Не надо чаю, кумыс лучше выпью. Эй, Постреленок, это мы с тобой на этом... На вертолете. Да, на вертолете летели. Да. Ух ты, какой ученый. И книжки умеет читать. А это все ваши дети? Спасибо. Две дочки и три сына, а этот самый младший. Верно говорят, без детей плохо и с ними не лучше. Когда старуха была жива, я об этом не думал, а теперь жены нет, а сына толку мало. О, Господи. Не вздыхай так печально, а то раньше своего старика умрешь. Это уж как будет Богу угодно. Вам бы теперь хорошую работящую сноху в дом взять. Что верно, то верно, хозяйка. Да не сидится здесь сыну, все в город рвется, и меня старика за собой тянет. А что мне там делать? Ведь я только и умею, что пасти коров да телят. А ты, курносый, тоже, небось, убежишь от нас на вертолете в город. Мы решили оставить его здесь. И правильно, не всем же ученым быть. Тут от него больше пользы. И мне, дураку, надо было так сделать. Если б я знал, как у меня жизнь повернется, я Бекташа не отпустил бы от себя ни на шаг. Попробуй-ка его держи. Он тебе не теленок на привязи. Цыц, сопляк. А чего же он? Замолчи, а то отлуплю. А чего же он все дела нос сует? Молчать! Будет вам, не обращайте на него внимания. Он ведь еще ребенок, сам не знает, что говорит. Ладно, надо идти. Ох, и погодка, чтобы ей пусто было. Видно, небо прохудилось днем и ночью, как из ведра. Будьте здоровы. Может, еще кумысу выпьете? Нет, спасибо. Пойду поищу телят. Заходите почаще. Распустил свой паршивый язык. Щенок несчастный.
Эй! Ты перестанешь, чертова баба. Хочешь из меня всю душу вытрясти своим стуком? Нигде от тебя нет покоя. Сегодня у Аллы Матой, смотри, не опоздай, а то он обидится. Не опоздаю, я ненадолго. Не забудь купить им подарки. Ладно. Чу. Чу-чу. Ассалам алейкум. А, здравствуй, Бакай, здравствуй. Ассалам алейкум. А, здравствуй, Бакай Аксакал. Кумыс вам привез. Это хорошо. Ассалам алейкум, ребята. Здравствуйте, кумыс привезли? Заждались, да? Как раз вовремя, скоро перерыв. Леша, тащи кружки. Салам. Добрый день, Бакай Аксакал. Добрый день. Кружки закладывай, ребята. Значит, ясно, ну пошли кумыс. Сюда, Бакай. Он свое дело знает. Всегда приезжает вовремя, не то что Алым. Ну, налей мне. И мне налей. Ну, холодный нектар. Ох, и вкусно, а? А я по второй, Лея, да, не стесняйся. Я, пожалуй, тоже еще выпью. Так и мне тоже. Хватит, хватит, перелил. Еще. От души льет. Вот широкая душа. Только налей мне тоже. А когда стройку закончим, ты будешь нам кумыс в морку возить? Хорош, хорош, хватит. Мировая штука. Ну еще бы, жажда утоляет. Ну как, договорились? Ну, а у Алым кумыс похуже. Разбавляет, наверное. Да ты лопнешь, третью кружку пьешь. Напиток богов. Лучше шампанского. Вот ваш бурдюк. Слушай, давай мне кружку, я еще не пил. Надо, держи. Я пошел. Если вы на меня больше не сердитесь, налейте мне тоже. Я пожал. А мне на той, помню, пришло еще больше гостей, чем к Алыму. Ну, еще больше. Родичи, земляки, сыну моему уже годик. И мы по обычаю хотим разрезать ему путы. Бакай Аксакал повез строителям кумыс. Он скоро вернется. Спасибо, что вы уважили нас и пришли. А теперь, дорогие гости, благословите нашего сына. Омин. 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 Да благословит его Господь, и да вырастет он смелым и сильным. Омин. Ой,
Ваших сыновей самый быстрый. А что? Пора путы разрезать. Давно пора. А где веревка? Принесите веревку. Бегут, как молодые ребята! Вперед! Вперед, налево! Дорогу, дайте дорогу! Не остановись, сынок! Скорее! Я первый! Пусть малыш живет 100 лет. Угощайтесь, угощайтесь! Ну, а теперь надо выпить. Правильно, за здоровье сына Алыма. Пусть живет 100 лет. А теперь Бекташ нам споет. Да правильно, выпьет и споет. Не могу, спасибо, я вообще не пью. Эй, Бекташ, ты пиалу отставил. Что ж ты, выпей. Не могу, эй, спасибо, не могу. Неважничай, Бекташ, учишься у музыкантов, а петь не можешь. Возьми пиалу. Да я не петь учусь, я пианист. Так нехорошо, зачем ты нас обижаешь? За долголетие моего сына не хочешь выпить? Да не хочу, а не могу. Эй, посмотрите на него, он и богу не ровня. Чучело несчастное, не хочет выпить. Тебе надо было той открывать сегодня, а ты опаздываешь. Поди-ка сюда. Иди, иди. Это гостинцы для малыша. Поздравляю с праздником. Лошадь чуть не загнал. Сегодня так мог и не ездить к строителям. Той без Аксакала проходит, перед людьми стыдно. Оставь их себе. Так тебе и нужно. Я с самого утра твердила, смотри, не опаздывай. Упрямый человек никого не слушает.
Я сказал, не поедешь, значит, не поедешь. Его уже в школу. Я сам знаю, что надо, что не надо. Он и мне сын. Замолчи! Не бей меня! Хватит, старик! Перестань, убью! Старик! Отец! Перестань! Покажи. Не бей маму! Не смей бить маму! Алим! Алим, ты что, оглох, чего стоишь? Иди разними их, он же ее до смерти забьет! Отец! Сына, отец! Сына, не трогай! Не бей маму! Отец! Старик, что с тобой? Старик, ну чего ты молчишь? Господи, какое несчастье! Алым! Калык, чего ты стоишь? Ну, помоги мне его поднять! Старик, старик, ну чего? О, Господи, ну! Подождите, я помогу! Осторожнее, осторожнее, Алым, Господи, осторожнее! О. Где же плеть? Не надо, не плачь. Не надо, миленький. Джигиты никогда не плачут. Тетушка Ру, пора же ребят отвязывать. Да уж, пожалуй, время. Пойдем же, ребят, отвяжем. Пойдем. Кто теперь в ночное пойдет? Надо было мне самой за врачом поехать. Я в ночное пойду. Куда тебе? Еще заснешь в седле. Свалишься, все ребра переломаешь. Хватит одного несчастья. Лучше присмотри за отцом. Старуха! Ну, вставай. Вставай. Отец разрешил. Только потеплее оденься. Да следи за лошадьми, чтоб не разбежались.
На, выпей чайку. Отец твой уважаемый человек, его все знают. Как у тебя рука поднялась на родного отца? Думаете, если вы живете в городе, так вам все можно? На, держи. Не научили вас уважать старших? И Бекташ, это чучело несчастное, на то и все выламывался. Я, говорит, никогда не пью. Так я и поверил. Небось, лакает в одиночку. Да ведь и ты не святой. Я пью на свои, заработанные. Бекташ в городе тоже не баклуши бьет, он учится. Ха-ха. Тяни, у меня на голове еще полно волос было, когда он начал учиться. Ну и что, выучиться человеком будет. А? Смотри, пожалуйста, как она его защищает. Ничего я не защищаю, это я так, к слову. А тяни покрепче. Айнаш, у тебя есть дрожжи? Сейчас посмотрю. Сынок, ты почему не идешь домой? Отца боишься? Не бойся.
Ты бы лучше пошел да попросил у него прощения. И учеба скоро начнется. Никто из вас обо мне не хочет думать. И тот все дуется. И из этого слова не вытянешь. Сколько я с вами обоими мучаюсь, сколько из-за вас слез лью. Пейте, пейте, мальчики. Когда еще в город прилетите? Спасибо. Колы, пей быстрее, а то на вертолет опоздаем. Не опоздаем. А как же отец? Мама, может мне его подождать? Не стоит, сынок, еще не отпустит. Я с ним сама потом поговорю, поезжай. А если он... Ничего он мне не сделает, сынок. Отец только и может, что припугнуть для виду. Так что поезжай и не бойся за меня. Целую и Сантая, сестер и братьев. Передай им, что мы живем дружно. Смотри, учись хорошо. Ну-ка, подожди. Еще на дорожку. Нет, не оставляй, пей до дна. Дай бог, чтобы через год ты снова пил из моих рук. Поехали. Поехали. Ой, я книгу забыла. Ничего, Колы, приедешь, через год дочитаешь. Колых, не отставай. До свидания, Колык. Счастливого пути. Вы молодые. Вы выучитесь вместо нас. До свидания, дядя Лым. Я и сам бы пошел в школу, да поздно уже. Не примут. А Лым, а Лым, а подарок забыл? А, да. Бери. Не надо. Бери, пригодятся. Хороший. Я и без них обойдусь. Покрутишь, они пойдут. В школу не будешь опаздывать. А у нас вместо часов солнца нам они не нужны. А если когда и опоздаем, лошади на нас не обидятся. Ну, поезжай. Колык, подожди. Патронов побольше привези. Волков будем вместе бить. Ребята, ведь мы опоздаем. Ничего, вертолет подождет. Бригадир же сказал, что он специально заказывал. Ну да, а вдруг не будет. Ты по школе соскучил? Нет. А я очень. Чу-чу-чу. Алейкум ассалам. Вот, купишь книги. Мы опаздываем!